где вы бежали? Мы поднялись к камину. Кто там за этой? Что это? Вон она справа бежит! Юра, она за нами? Вот это интересно. Пиздец, а где она? Я не знаю. Не может быть. Нет! Испугались? Страшно, сейчас только начнется. Меня зовут Олег, если вы забыли, я тут с друзьями играю в Divor. Все мои друзья олегофренды, так что расслабьтесь. Сейчас буду говорить гадость. Поставь свой лайк и колокольчик. Also комментарий, yo. Все. В конце видео пообщаемся. Приятного просмотра. Давайте смотреть на пидора. Что-то мне... Да выйди, что ты хочешь, блядь? Давайте без вот этих дверей закрывания. О, хорошо. Вьетнамки, Олег, классные, пиздец. Тогда я открою! Вова, блядь. Вова, я твой рот выебу. Чего? А, блядь, ты на самом деле. Ты знаешь, это как тот мем, где чел сам себе на велосипеде палку в колеса. А, так это она за нами и ходит, вот эта баба. Да, мы ее оживили, блядь. Я вот тут буду стоять все время. А что, ей насрать в эту букву? Не знаю, нажимаю. Ой, пропал. Ой, блядь, слышишь, что там? Блядь, мизда! Слышишь, на мне надо? Олег, подними. Пиздец, два имбецила, сука. А вот, блядь, прям ебало ярко, блядь, Олег. А, извини. Я чё-то смотрю. Олег, а ты чё, не пошёл со мной? Так я Юру прикрываю, чтоб он не умер в одиночестве. Тут инвалид на меня вылез. Еби ему! Я уже. Мужчины, женщины и все оставшиеся существа, спасибо, что вы поддерживаете этот канал и переходите по ссылке в описании. Это правда очень помогает. Спонсор этого видео CS Guram. Могу отметить, что лично мне он очень нравится, особенно режим краш, в котором окупиться проще простого, реально. Если есть ненужные скины или просто нужно приумножить баланс, CS Guram — это ваш выбор. Можно пополняться скинами, а можно реальными грошами, тут все способы оплаты. Все просто. Допустим, вы вкинули свой скин под губу. Пожалуйста, перейдите по ссылочке, мне очень хочется хлеба. Потом вы выбираете режим краш и коэффициент, на котором надо вытащить вовремя. О, знакомая ситуация. Суть в том, чтобы бегающий мужик добежал выше вашего коэффициента, иначе твоему скину просто габелла. Можно вытащить раньше, в любой момент, если не уверены. Поставили скин, выбрали коэффициент или написали свой и ждете. Вот я ставлю эти цветные мегабайты, жду своего коэффициента и профит. Главное не рисковать сильно, поднимайтесь понемногу, это мой личный совет. Я вот многократно повторял эти действия и охуел. Помимо краша есть еще дабл, он же рулетка. Ставишь на зеленое, синее или оранжевое, можно почти на все сразу. Синие и зеленые цвета выигрывают постоянно, так что ставя на два цвета одновременно, вы будете в плюсе. Оранжевый умножает прибыль в 14 раз, но он, конечно, для сильных духов. Режим PvP. Это там, где делать вообще ничего не надо. Там играют по мелкому, так что если у вас есть какой-то шарпотреб, это ваш выбор. Вы входите в команду один на один, или возможно вас там будет несколько, и среди вас рандомно выбирают победителя, и он забирает лут. Там же есть режим DICE, по сути игра в кости. У кого выпало число побольше, забирает кэш. В своем профиле вы можете писать мой промокод, который есть в описании и на экране. Всего 700 активаций. Спасибо за внимание и за то, что переходите по ссылке на CS Guram. Все подробности есть в описании. Пожалуйста, перейдите по ссылке. Инвалидов надо долбить. За мной, ребята, за мной. Я полотенце взял какое-то. Так помоюсь, блядь. Пойдем. Налево, быстро, налево, заходим. Как я вас подставляю постоянно, да? О, тут еще комната. Оу! Там дура! Смотри, как она крадется, блядь. Ебать, она вообще. Сейчас кто-то будет кричать. Не, пацаны, она сейчас. Она вломит, уходим. Она на позитиве, бля-ля. Она улыбается. Потом посмотрю на твою улыбку. О! Мой папа! Пойдемте в подвал, пока она сюда не дошла и не заблокировала нас. Давай, блокировка. Пойдем. Блоки в ротор, блядь. Заткнись. А, нам 10. Это так Дюрасел делаю. А вы где убежали-то? Мы поднялись к камину. Где, Женька? За мной. Кого-то хлопнули. Да не ползи, сука. Ну не ползи. Я тебя выебу сейчас, блядь. Не ручите его нахуй, я очень страхну. О, я нашел ключ. Лазарет. Я открыл дверь.
тут очень много всего. Ключ нашел. Где спальня смотрителя? Она может быть на верхнем этаже, наверху самом. Скорее всего. Ой, тут быдло, тут быдло. Сексуалка, блядь, привет. Юра, получишь пизду. А, она вон съебала. О, не, она что-то... Она что-то мутит, я тут... Пусти! О! Там инвалид на Женю напал, ребята, блядь. Дай войти, блядь! Я туда выпью, выйдет, я вам говорю. А, ну да. Forget it. А вы выйдете из той комнаты сегодня? Нет. Так, Юра уже в игре говорит, Вовчик, мы тебя ждем там, три семерки. Пошел нахуй, ты дегенерация полностью. О, я нашел крысу. Сука, бля, поймал. Вот она тупая дура, бля. Ложу крысу. Давай, суку, поджигай ее. Поджигай рататуя, падлу, блядь. Крысу убили. Серьезно, бояться монстров это так глупо? Да, это тупо, да. Да, блядь. Да. Это тупо. Ну, я ж Юра, давай сдохну, первый. Блядь. Да идите нахуй. Бояться монстров это так глупо, блядь. Не, все нормально, ее нет. Она сюда не ходит. Стоп, это же этого капитана Прайса штука. Смотри, что? Видишь, они ледокол? Как ледокол, а, как в Call of Duty. Да? А ты смотрю, дохуя Call of Duty, пидара. Оля, ну, норка, знаешь, там Джерри живет, он мусор выбрасывает. Все нормально пока что. Ну. Да? Да, здесь есть лампа, через которую соль дуют. Мужики, выходите. Я. Пиздец, мне пизда. Она за вами побежала! Мощика хапанули там конкретно. Да за что меня? А где? За что? А вой, мы его тащим. Ой-ой-ой. Ой, она что-то вообще недовольна сейчас будет, я чувствую. Ты, Юра, иди, да она тут, она сюда не заходит. Да? Точно тебя говорю. Ты видел когда-то такое? Ну почему я? Давай, Юр, давай. Она возле входа стоит. Да нет, ее возле входа. Смотри, я свечу, нету никого. Все, чисто. Нормально выходит. Все в порядке? Все в порядке, бля, у вас... Пизда. За угол говорили они, мы такие, блядь. Вставляй батарейку, Юра. Что, нельзя две сразу? Ой-ой-ой. Это что, блядь, Вовчику надо идти первым. Вова, пойдем. Схуяли, Вова. Пойдем. Так я был, так я что, тоже ты был. Не ходил? Я с тобой иду, но ну как хочешь, побуду тут. А ладно. По-моему, это ненормальный знак. Сыкуны, блядь, какие ж мы оккультисты, я вообще не пойму. Или он реально не может сюда зайти? Тихо. Да может, наверное. Заходила, блядь! Давайте просто подождем ее. No. Приведи ее сюда, Юра. Давай по Бырику с ней поговорим. Она над нами прям бегает. Ну и соседочка, конечно. Я б такой дури, блядь, под пизду не дул. Что такое? А что там, проблемы? Да нет! Меня мама забирала! Тетя Оля сейчас вам даст пизды. Бля, ну ей немножко похуй. А че она за мной только идет? Давай ешь, блядь, сука, давай поешь, давай. О! Батарейку превратилась! Даже меня никто не проводит, блядь, в путь. Ну давай. Даже хотя бы до половины ступенек. Ну давай, пошли. Даже до двери не дойдем. Прячься в этот угол. А че прячемся, собственно? Ну я просто не ебать! Пирожок, okay, сука, man. В коробке залез и сидит. О, баба Нина. Грустит. Конопля не растет. О, она где-то рядом. Она сзади меня. Блять! Ой, блядь, давайте тут отсидимся, может. Да, может успокоиться. Так она не успокоится, пока мы, блядь, это. Не, успокой. Да. Она хочет Вовчика.
Ой, сейчас чую церденьку мою пиздану. Она стояла, а пока я думал, что пронесло, и как заорёт мне в камеру. Я ж не двигался. Я побежал крысу ложить под нож. Блядь! Блядь. Подруга заебала. Да куда ты заебала? Мне плохо. А мне, блядь, хорошо! Она что-то пытается мне сказать. Что-то женщина хапанула солей и пытается купить симку. Скорее, парни, захватите батарейку. Что это такое? Что это значит? Ой, бля, пиздец. Ой, посмотри на Вовчика, Юра. В этот момент смотри и приседай. Не, я смотрю в проход, все чисто. О! Ты еще просто под удар грома подошел, сука, я чуть не это. О, дал же тебе Бог имя, Юра. Слышишь, Вова, а хули ты тут сидишь? Твоя очередь налетит. Да, мне вообще-то незаконно 3 раза въебали. Да, как он слышит? Смотри, блядь, свет твой побежал! Пошли на второй этаж. Пойдем. В лазарет пойдем, во. За что? Блядь, заебало, сколько тут окон! Куда она бежит? На третий! Я крыса! Блядь, это ко мне в небеса, ребят! На первом! Да почему всегда вела? Что делает? А, хуй хранится, блядь. Бать, зашел. Бать, я там вообще нахуй проводился. Вот и конец, на который ты попался. Не стыдно? Можешь заценить мои фигурки, посмотри. Не трогай, не руками. Руки убрал, посмотри на них просто. Какие они милашки, я на каждую садился. В скором времени будут видосы по VR. Подписывайтесь, если вы тут впервые. Я надеюсь, вы тут не впервые. На этот канал подписано все человечество Земли и не Земли, если что. О, извини, я забыл напомнить. А колокольчики и подписочки и лайк. А, не, все, с этим надо завязывать. Всем спокойной ночи, приятного. Приятного аппетита, до свидания.